Нам говорят, так, в Москве звонок, говорят, так, нужно поехать в пустыню Каракум, там газопровод строят. Вот к рабочим газопровода надо поехать. Мы, значит, Акуневская, три всегда пьяных музыканта. Певец всегда пьяный. И я. Акуневская делает вид, что она вообще ничего. Она вообще как будто это самое, значит, а я бригадир, или как это называется, ну, ведущий этого. Значит, мы сели, за 8 часов доехали до Ашхабада, там переспали, и, значит, нам говорят, на вертолете. Значит, на вертолете. Вертолетчик был очень недоволен, очень, что мы его, значит, что его послали. И он нас... Он, значит, высадил нас, и от того, что он был недоволен, он еще крутанул так, чтобы мы упали все в песок. Вот теперь представьте. Представьте себе, лежат 5 человек в песке, и ничего нету, никакой машины, никто нас не встречает. Мы просто лежим в каракумах. Направо песок, налево песок, прямо песок и сзаду песок, да? Мои красавцы, значит, а у нас и радиоаппаратура, и это самое все... Мои красавцы говорят, куда идти? Я без паузы. Влево. И мы как 5 идиотов по колено в песке. Мы, значит, к счастью, за полчаса мы услышали ду-ду-ду-ду-ду. Пришел вездеход, нас взяли. Мы приехали очень мило. На второй минуте погасло электричество. А весь концерт построен на ее фильмах. Значит, принесли керосиновые лампы, все было замечательно, прекрасно, все отыграли, все нас увезли, все. И, значит, приехали в Москву, и нам сказали Камчатку.